программу. Сокрушительный удар – лишь часть проблемы. Разъяренный крокодил сразу же приступает к своему собственному трюку – смертельному вращению. На воле крокодилы при помощи смертельного вращения отрывают конечности или части тела от добычи и убивают ее. 900-килограммовый крокодил может долго вращаться. Можно только представить, как сильно они закручивают. Ученые еще не подсчитали силу этого вращения. Дрессировщик Кан теперь на личном опыте узнал остроту клыков крокодила, когда челюсти в буквальном смысле выворачивали и ломали его кости. Когда отчаянный дрессировщик крутился, ему удалось освободить свою покалеченную руку и убежать со сцены. Я был в состоянии шока, я этого не ожидал. Кана срочно доставили в тайскую больницу, где доктор Сом срочно его прооперировал. У него была разорвана кожа и мышцы, две кости были сломаны, рана была большая, кроме того, было сильное кровотечение. Мощный захват мог легко лишить Кана жизни, но после 6 операций и 3 лет восстановления он снова вернулся на работу в крокодиловый парк. Я решил, что от руки ничего не останется. Когда он укусил меня, кости хрустнули, и 2 из них торчали наружу. Я вернул их на место. От того ужасного случая у Кана остался большой глубокий шрам. И, как ни удивительно, он не боится показывать его крокодилам. Животное почувствовало угрозу. Человек поместил руку ему в пасть, и он захлопнул челюсти. Эриксон считает, что в том, что произошло, виноваты сенсорные рецепторы в пасти крокодила. И хотя Кан трогал челюсть крокодила палкой и сильно ударял ему по голове, этого, скорее всего, было недостаточно, чтобы снизить чувствительность пасти крокодила. Он вполне естественно отреагировал и укусил его, потом начал вращать и чуть не лишил руки. Кан правильно себя вел и крутился вместе с крокодилом. Крокодил не оторвал ему руку, и в итоге обильного кровотечения, которого могло бы его убить, не было. Сегодня Кан больше не выступает с гигантскими крокодилами, а его сиамского соперника больше никогда не выпускали на сцену, но Кан по-прежнему близок к шоу. Он ведет шоу из кабины далеко от опасной сцены. Я смотрю выступления своих друзей, и я тоже хочу в них участвовать. Но мой организм еще недостаточно окреп, поэтому мне приходится быть лишь сторонним наблюдателем.